Первым делом Михаил Мурашко посетил Орск, где открыл онкодиспансер. Строительство больницы велось 26 лет. Министр отметил, что в России в рамках НАСПроекта выделили беспрецедентные суммы на борьбу с онкологией. Дополнительное финансирование составило почти 200 миллиардов рублей. В Оренбурге министр посетил строящуюся областную детскую больницу и открыл терапевтическое отделение клинической больницы. Данный корпус предоставлен для терапевтической службы. На первом этаже у нас организован приемное отделение для этого корпуса и диагностические службы. Это отделение ультразвуковой диагностики, функциональной диагностики и психореабилитации. На втором этаже у нас располагается гастроэнтерологическое отделение. На третьем у нас нефрологическое, на четвертом эндокринологическое, на пятом пульмонологическое отделение. Капитально отремонтировали 5000 квадратных метров здания. На ремонт и оснащение потратили около 200 миллионов рублей. Часть средств пожертвовала Оренбургская нефтяная компания. Мы надеемся, что с введением нового корпуса мы сумеем увеличить на 40-50% объем высокотехнологичной медицинской помощи и, самое главное, расширим перечень сложных ВМП за счет гибридной операционной, аритмологической и дополнительной кардиохирургической. В целом на каждого жителя нашей страны приходится до 11 посещений поликлиники в течение года. Это и с лечебной целью, с диагностической, в том числе и профилактической. На следующий год в программе модернизации увеличивается количество посещений с профилактической целью. Отметим, на этом обновление медицинского учреждения не заканчиваются. К 2023 году областной Минздрав планирует модернизировать все 5 корпусов областной больницы. Валерия Шарова, Алексей Чернов, Максим Марарь, городской телеканал ЮТВ.